Что ж, друзья, добрый день, вечер. И что там? Что у нас там? На чем мы остановились? Я забываю все спустя 20 секунд после боя и... А, тут прошло намного больше времени. У меня есть 3 очка, и я очень сильно хотел вот эту фигню. Но на нее надо 7 очков, это очень и очень много. Но я хочу, я очень хочу. И, наверное, я буду на нее копить. Хотя, может быть, имело бы смысл взять какую-нибудь пушку, да, улучшенную, например. Но я не думаю, что она спасет положение. У нас есть КВшечки, которые хорошо стреляют. У нас есть пазик, который хорошо стреляет. И разве что машинку бы со снабжением вкачать. Но мне нужно 2 колбы. Во-первых, обычный транспорт прокачать, потом прокачать еще машинку с снабжением. Вот она. Это потом это. Инженеры, кстати. Потому что не разминировать мог. Моторизованная пехота. Это прикольно. Это прикольно. Вот, ну, к сожалению, очень много юнитов просто нафиг не нужны. Изучить их все и использовать их все, ну, типа, это не нужно и это дорого. Какой смысл от моторизованной пехоты мне сейчас, да, тратить на это 1-2 колбы? Дело такое совсем. И какой смысл, например, мне сейчас прокачивать пушку? Не, ну какой-то есть, наверное, да, вот, ну вот. Зачем, если, например, есть КВшка танк. И уж тем более, зачем прокачивать вот эти броневички БАшечки, если они будут абсолютно неэффективны, не нужны, и ты только будешь страдать из-за их наличия. То есть они будут создавать только проблемы, постоянно умирать. Но сюда еще понятно, зачем пойти, да, сюда можно пойти за 34-ками, за сушками. Но Т-70, который, в принципе, мне нравится. Я люблю Т-70, Т-60, прикольные танчики. Я люблю БАшечки, но вот нет никакого смысла их качать, мне кажется, абсолютно. Ладно, поедем дальше. Все у нас вроде есть в достатке. Я, опять-таки, я хочу колбы. Я хочу колбы. Двойной риск, но я очень хочу колбы. Я хочу выкачать оборону, посмотреть, что из этого выйдет. Мне, правда, не хватит, потому что мне дадут... А, ну мне дадут одну за миссию и одну и 3 бонусом, да? И тогда мне хватит. И тогда на следующую оборону мы уже будем иметь этот бонус. И интересно, что он из себя будет представлять. Очень хочу посмотреть на это. Я тут еще обратил внимание, что у меня микрофончик звенит. Надо будет прикупить новый микрофон, но жаба давит и душит. Хорошо, здесь опять знакомая карта. Я очень недоволен, что малое количество карт. Я думаю, наверняка это временно. В будущем карт будет достаточно. Забыл, что механика движка этого. Я очень надеюсь, что в будущем как бы карт добавит достаточное количество, чтобы каждая новая локация на глобальной карте была отдельной картой новой. Это было бы, мне кажется, нормально и логично. Но пока что карты регулярно повторяются. Очевидно, что игра еще в бетке, так что не стоит этому удивляться. Ну или в крайнем случае, если разработчики не сподвигнутся на это, то наверняка это сделают мододелы. Мододелы всем все могут. Угу. Стреляем, стреляем. Подходим, подходим. Выберите эту штуку обратно, не надо ее бросать. Опаньки, это кто стреляет?
Это плохо. Это я могу потерять сейчас пехоты. Больше, чем следовало бы. А медиков у меня нету, да. Потерял пехотинца. Сейчас, может, потеряю еще пехотинца. А, понятно. Фугас, скажи. Так, сколько? Одного пехотинца потерял, да? И тут мины, кстати, надо быть аккуратным. Хорошо, что это не противотанковые мины. Если бы это были противотанковые мины, то жопа. Я бы уже на них наехал. Хорошо, что у немцев, так же как у советских солдат, нету противотанковых гранат в достаточном количестве. Ну, типа... Одна противотанковая граната на целый отряд, которая при этом ничего толком не дамажит. И у немцев, похоже, та же самая ситуация. О, отлично, чуваки собрали мины. Сейчас медики их вылечат. Вперед, вперед, вперед. Ну, стреляйте, ребят. Так, а там уже выезжает техника, а я еще первую точку не взял, да? А, это ерунда, это ерунда. Ты ведь не умрешь, пока подбегаешь? Я надеюсь, нет. Давай куда-нибудь сюда сам езжай, я буду надеяться просто и молиться на тебя, что там нету... никого с противотанковыми гранатами. Опа. А я не смог раздавить парня, ну ладно. Ну убей этих ребят за лафетом. Ладно, надо на эту точку подтягиваться уже. Наверное, дальше пойду вот на эту точку, она подальше, надо ее как-то пораньше взять. Здесь бронемашинка развернулась жопой. И просто зенитка. Окей, зенитка проблем не составит. Бежим, 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 бежим. Что-то у целого отряда нет ни одной обычные даже гранаты. Это что такое? Что это такое? Реально ни одной гранаты. Эй, ну уничтожь эту фигню. Она же покосит мне всю пехоту. В общем, она дальше сама сгорит. Так, ребята, бегаем вперед. Хорошка ломится. Пулеметы на тех же самых местах, где и до этого. Что не очень интересно, честно говоря. Два автомобиля. Ну, по крайней мере, не какие-нибудь стуги. Или ПЗшки четвертые. Так что можно сказать, что ничего.
Не попал. Не попал. Давай второй шанс тебе даю. А, нифига себе, не убил. Очень интересно. Ладно, ладно. Эй, чуваки, вы что, вы решили просто сесть рядом и не лечить его? Так, еще один танк. Ты прям вот сюда вот езжай. Вообще пофиг, я так понимаю, тебя никто не снесет. Там опять мины, кстати. Этот вот чел меня напрягает, который сидит внутри. Пойдем разберемся с ним. Разобрались. Хорошо, давай ты разберешься с ним. Ну, почти получилось. Давай еще немножко. Ну, ты почти смог, ладно. Прям. Ушел к успеху, чуть-чуть не хватит. Да ё-моё! Знаете что, идите просто в упор его забейте. Я вас очень прошу. Ну, стреляй. А, он решил драться. Ну, хотя бы так, пожалуйста. Цирк для этих уродов. Я занимался этими клоунами, тут выехал Фазик. Опа, что-то повредили тебе? Интересно. По-моему, у кого-то все-таки нашлась граната. А, опаньки. А вот что я не заметил. Пробьешь без моей помощи. Не попал. Попал. Ну, пробуй дальше. Пробуй, пока не получится. Так, КВшка здесь еще. Что-то огребла КВшка. Опа, а, все, ладно, я подумал, она лопнула. Да не-не-не, не то заряжаешь-то. Стрелять надо в танк. Все, хорошо. Так, теперь ты. Срочно, к тебе там едут. Ё-моё, как можно было сейчас промахнуться? У меня фугасница, она не убьет ведь меня первым попаданием, да? Или что это? Нет, это обычная пушка. Хорошо, убили. Там бойцы профессионально умерли все. Хаваете гранаты, я вижу, да? Пацаны, молодцы. Как-то в мобчике они разбегались от гранаты. Ну, типа, нормально так разбегались. Прям. А здесь чуваки просто чуть-чуть отходят, такие, ну и хватит. Отошел на два шага и все. Дальше не пойду, дальше будем уже все. Дальше за отдельную плату. Хорошо. Попробуй добить этот танк все-таки. Что немцев тут дофигища.
чел еще упал в мешке с песком. Гранат нету у солдат. Это странно, по-моему. Так, хорошо. Ладно. Бегите обратно, бесполезно. Гранату кинул. Сломали дуло мне, окей. Что ж, пазик трофейный, твой выход. Вот сюда вот. Твой выход. Ладно, ладно. Хорошо, ты никуда не поехал. Что с тобой сталось? Где весь твой экипаж? Тебя гранату кинули очень удачно, да? Уезжай. Уезжай. Блин, что-то я народу потерял. И... когда все плохо сделал. Да? Блин... не очень. Ребят, залезайте в пазик. Что там? Угу. Ладно, эту точку захватили. Попробуйте починить танк. Да господи. Ну не убивай ты его. Я сейчас плакать начну, когда раздражает. Ну, кто-нибудь его убьет? Никто не убьет его, да? Вам вообще насрать. Кстати, гранаты пропали. У них есть гранаты, просто почему-то из-за бага их не видно. Где моя КГшка еще одна? Перезаряжайся. Он продолжает стрелять. Нормально себя чувствуешь вообще? Блин. Попал. Я надеюсь, он не уничтожил? Или что это? Кажется, хорошо. Давайте вперед, ребят. Вас выдвинем тоже. ПЗ-шку. Там стюк. Не хочу с стюгом воевать. Давайте захватите точку до того, как... до того, как приедет стюк. Согласны? Нет? Не согласны? Господи, меня убили все-таки, да?
Даже непонятно, кто забрасывает мясом, я или бот. Немножко покатимся отсюда возьмем. Короче, стреляй кого-нибудь, пожалуйста. Если забегите, только не умрите от первой же гранаты. КВшку жалко. Она, кстати, взорвется, наверное, сейчас и снесет мне еще кого-нибудь. Так, ну точку захватываем. Заходите на нее. Не получится, да, починить. И вылечить не успел этих ребят. Ну ладно, ну ладно, что-то очень плохо. Ну, ну ладно. Что это? А, ладно, это не страшно, это не страшно вообще. Воевать со стыдом. Сейчас захватим и победим. Раздражает, что после захвата как-то нету никакого таймера, который отсчитывал бы там, сколько надо продержаться, 10 секунд или что-то 20, ну короче. После захвата как какое-то количество надо продержаться, может минуту, не знаю, и после этого ты побеждаешь, но вот сколько не говорится, не пишется нигде, это и в результате просто бой такой раз и закончился внезапно или сразу после захвата, что-то сейчас очень быстро это произошло. Ладно, хорошо. О, пополнение это не то самое, не дешево. Так, неважно. Кстати, значит, неважно, наверное, все-таки вот это стоит взять, да? Возможно, стоит все-таки. Они соплаем этих ребяток. Вот этих можно продать. Наверное, сейчас подумаю. Братский этот самолет зачем только изучил, столько очков потратил, просто фигню. Вот supply. Вот это вот беру вместо них, лучше пехоту нормально прикуплю себе, да. Да, нет, да. Что у нас там? Все круг по нулям. Да, давайте нормально пихать. А, стоп, на 2 очка я ничего не могу сделать. Ой, какие на 2. 12, да, на 12 можно вот этих бичей взять. Я, наверное, так и поступлю.
И поползем обороняться, да? Ой, падик. Падик. Забыли часть. Часть людей забыли ресуплавить. Первый эшелон. Второй. Третий. Четвертый. Звезда. Так, поехали. Оборона. И колбочки. Мои любимые. Люблю колбочки. Поехали. Колбочки. Мое любимое. Ну-ка, что тут сейчас у нас будет? Интересно. Взяли дополнительную оборону. С самого начала игры хотела бы. Надеюсь, что стоило 7 колбочек. Дополнительные штуку не дали, точку, к сожалению. Возьмем сразу же отряд большой. И попробуем, наверное, сразу же вот тут и обороняться где-нибудь. Заводись. Но этих ребят отобьют союзнички. Так что добавилось? За что я заплатил 7 колб? Нет ни минометов. Ну ладно, людей стало больше, да? Очевидно, стало больше людей. Типа уже не горстка партизан, но... Но это все еще не то, на что я надеялся, честно говоря. Я надеялся, что будут минометные точки. Я надеялся, что пушки куда-нибудь будут развернуты. Может быть, я даже надеялся увидеть танчики какие-нибудь у союзничков. Вот что я надеялся увидеть. Но что-то очень, очень уныло, честно говоря. Я не уверен, что это стоило 7 колб. Скорее всего, это совсем не стоило 7 колб. Да. Совсем не стоило 7 колб. Я расстроен. Кстати, надо было пушку прицепить к автомобилю и довести ее. Ну ладно, по крайней мере, чуваки отобьются сами, наверное, да? Я даже сюда не пойду. Что, война у вас происходит, да? Ладно, тоже неплохо. Я люблю, когда союзники на карте присутствуют, так что... Почему бы и нет? Так, ты застрял, да? Езжай ровнее. Ну, вот сюда вот, кстати, какую-нибудь нормальную бы пушку было бы неплохо. Не эту фуфлоштуку, а зиску какую-нибудь третью, да? Ой, почему ты жопой едешь? Объясни мне. Давайте прячься в окоп. И вы прячьтесь в окоп. Опа, ну ты спалился уже. Все.
Так. Это. Это. Медики сюда. Один медик туда, один медик поближе. Тихо-тихо, только не стреляй. О, о-хо-хо, хороший выше выстрел. Хороший. Так, сверху танк выезжает. Пойдет. КВшка, ты дотянешься туда или тебе лучше отступить? О, чудесно. Превосходно. А вот туда ты не дотянешься, да? Ну вот добей этого чувачка. Добей, в общем. Тогда сюда пазик доедет. По-быстренькому. Парни бегут. Так, не, ты не стреляй, вообще смени снаряд для начала. Подожди, не пались. Или он уже понял, что ты тут. Тебе попасть? Ну, не видит тебя, что ли? Союзничка ему не подсвечивают, нет? Вроде мимо хочет ехать. Ну-ка, остановись. Да прицелься. Хорошо. Ну и, в общем, дальше сам наяривай. Так, а я подвезу тебе патронов. Поставим здесь пушку. Союзнички здесь справляются пока что. Это радует. Хотя бы отрабатывают свои колбы, которые я на них потратил. Дурацкие бревна. А где? А, вон он. А ты сквозь прострелишь? По-моему, сквозь простреливает, просто я не попал. Попробую еще раз. Пойдет. Ладно, обкид сбоку его. Шлеп. Хорошо. Хороший выстрел. Так, что это? Пазик. Кстати, может быть, высадить человека и пытаться там починить? Пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Ну уж чинить. Блин, опять он газку зарядил. Ой, не убивай только пехотинца, а.
Да ё-моё. Хорош. Молодец. Отличный танкист. Так, машинка. Блин, опять туда едет. Я не успею его остановить. Надо вызвать подкрепление. Да, вот куда-нибудь. Ну, вот сюда вот ловить вот этих вот проходимцев. Вызову сюда медиков. И сюда вот чуваки ползают с тыла. Вы там ползете? Надеюсь, вас убьют к тому моменту, когда мои чуваки сюда прибудут. А, да, совсем забыл. Не упусти своего друга. Опа, нифига себе, видали? Отрикошетило. Отрикошетило и выбило экипаж. Гаси, чуваки, ползли просто с тылу. Прикольно, прикольно. Вот так вот, если играть с туманом войны, то это будет прям неожиданность. Но я бы не стал играть с туманом войны, пожалуй. Че, погибли все, нет? В общем, езжай. Ага, КВшечка. Перезаряжайся. Ты мне тут нужна, важна. От тебя нужны хорошие выстрелы в гуслю, чтобы не пропустить этого парня. А, это была не гусля, но тоже неплохо. Давай, ты застрял. Ты застрял. А, нифига себе, ты не просто застрял. Что-то взорвал и себя покоцал еще, офигеть. Молодец. Потерял. Потерял пехотинца. А, трех пехотинцев мне дайте, пожалуйста. Они пойдут там через всякую хрень. Тащит что-нибудь. Кого ты стреляешь, Фазик? Дочинивайте. Опа. Опа. Не может ехать, да? А кто в тебя стреляет? Ты, да? Можешь в ответочку выбить? Пушка не дотянется. Пушка, давай поближе. Чуваки с противотанковой херней. Стреляй. Пушечка ничего не сделает, наверное, да? Да, она не пробивает. Может, просто фугасами зафугасить? А у фугасов разброс огромный, да, и еще она не достреливает даже. Обидно. Так, можно и КВшку потерять сейчас. Но чтобы ее не потерять, мне нужны бойцы, которые кинут здесь дымовуху. Должен чинить.
Что еще можно починить? Вот эту фигню можно починить, да? Давай, беги. А еще? Вон эту фигню можно починить. Ты попадешь? Да, попал сам, причем. Молодец какой. Ну ладно, я потерял тут ребят немного, но что уж поделать. Не успею я, наверное, всех заправить, кстати, чтобы на ресуплай поменьше тратиться, но что уж поделать. Ладно. Чё, вы же с первого выстрела все хорошо сделали, почему вы добить не можете? Здесь ребят потерял некоторое количество. Тут можно сесть внутрь уже. Пробежали мимо, да? Не убьют? Нет, а ударили. А, КВшка просто врезалась, да, и решила, что дальше ей ехать не обязательно. А, ну все, все. Ну что ж, не уверен, что это стоило 7 колб. Прям не знаю, не знаю. Ну не знаю, ну не знаю. Надо заресуплаить, на все не хватает опять патрончиков, да, но что-то надо заресуплаить. Что-то и кого-то, ну, в основном тех ребят, где потери были, будем ресуплаить. Все остальное ресуплаить не будем. Так, захватили две штуки, пазик хороший, мардер тоже хороший, я не уверен, пригодится он в будущем или нет, скорее всего нет, тут не похоже, что отставшая техника в развитии может пригодиться когда-либо вообще. Пока что вроде боремся с пазиками нормально, КВшки вроде пока что воюют, я не вижу смысла идти в следующую КВшку, поэтому я хочу все-таки попробовать Катюшу. Ну, просто типа хочется. Просто хочется Катюшу. Так. Тоже артиллерия эта бестолковая будет у меня болтаться балластом. Не знаю, не знаю. Не знаю, не знаю. Ладно, подумаю в следующий раз. Решу потом. Всем пока.